Федеральное бюро расследований США арестовало американского конгрессмена-республиканца Криса Коллинза по подозрению в торговле инсайдерской информацией. Об этом сообщает агентство ABC. Конгрессмен – член Совета директоров австралийской биотехнологической компании Innate Immunotherapeutics. ФБР подозревает, что минувшим летом он передал своему сыну, который играет на бирже, результаты тестирования лекарств. А тот сообщил данные отцу своей невесты. Эти сведения они использовали, принимая решение о покупке либо продажи акций австралийской компании.